На трибунах очень жарко, обстановка накалена до предела. Заречье Одинцово свою третью игру чемпионата России по волейболу играет с Енисеем. Это красноярская команда, между прочим, мои земляки. За кого болеть не знаю, кто же победит, пусть это будет сильнейший. Так и вышло. В этой схватке сильнее оказалось Заречье. 3-0 в нашу пользу. Обе команды показали красивую и захватывающую игру. Победа зареченкам далась нелегко. Енисей непростой соперник, игроки быстрые и техничные. Но наши девушки после проигрыша минчан просто не могли оставить сибирячкам шанса на победу. Сегодня очень важно было выиграть. И выиграть в сухую, чтобы вернуть вот эту психологию хорошую, которая говорит о том, что да, мы играем здорово или хорошо играем. И побеждаем довольно уверенно. Хотя игра была сегодня, она равная была, абсолютно равная игра. И только концовки решали партии. Сегодня хорошо сыграла Русу, диагональный игрок. Вот у них хороший, мне нравятся нападающие. И больше всего мне нравится, наверное, девяточка. Она молоденькая. Я ей желаю хорошего будущего. Наша девяточка Виктория Русса действительно была отлично готова к игре. Ее пасы и удары спасали ситуацию почти во всех партиях. Ведь игра началась сложно. Заречье отставала на несколько очков, но к середине партии начала выравнивать положение. А к ее концу буквально вырвала победу. Итог 25-20. Мы впереди. Не сильно изменилась ситуация и во втором сете. Девочки пропускали мячи, и не все клеилось в защите и атаке. Мы то отставали, то нагоняли, но верная тактика нашей команды помогла победить. 25-23 в нашу пользу. Хорошая команда. Видно было, что они к нам тоже очень сильно готовились. И, ну, я думаю, счет на табло показал, что соперник был тяжелый. Несмотря на уверенную игру Енисея, в нашу команду верили преданные болельщики. Рви, Заречье, рви, все закончим сетов три. За родное Одинцово, всех Заречье победи. Такая мощная поддержка помогла одолеть соперника и в последней, но самой напряженной партии. В ней Енисей отдал все силы, хотя наши девочки опережали на несколько очков. Но красноярки не сдавались. Даже на последних минутах им удалось сравнять счет, так что пришлось доигрывать партию до победного очка. Матч закончился счетом 27-25 в пользу одинцовской команды. I think it was good game also from our side. Я думаю, что была хорошая игра с нашей стороны тоже. We were very close to especially second and third set. We had our chances. But we make some easy mistakes, some not really out of experience. Из-за того, что где-то неопытность. Ну а мы празднуем победу и готовимся к очередной игре чемпионата. Заречье сразится с московским «Динамо». Но сначала игра в полуфинале Кубка России. Так что все самое интересное еще впереди. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».